включается судейская бригада, обслуживающая 12-ю пару судья в ринге Ребрина. Боковые. Василинчук, Савин, Искра, Климчук, Николенко. Итак, в ринг приглашается 12-я пара, категория до 75 килограмм. Красный угол — Александр Белименко, Донецк. Синий угол — Владислав Марчук, Киев. Приготовиться 13-й паре — Роман Гаврилюк, Хмельницк, Томи Кравчик, Винница. В красном углу ринга отдыхает кандидат мастера спорта Александр Белименко, Донецкая область, город Добропилля. Он тренируется в спортивном клубе «Ринг». Ему 16 лет, боксом занимается 5. Провел 40 боев, 35 одержал победу. Кроме бокса, увлекается футболом. Тренируется под руководством Александра Миронюка.
синем углу ринга отдыхает кандидат в мастера спорта Владислав Марчук. Он представляет Киевскую область, город Гливаха. Тренируется в спортивном клубе «Джункиевский». Ему 15 лет, боксом занимается 7, провел 70 боев, в 64 одержал победу. Является финалистом чемпионата Европы в городе Анапа 2015 года. Спортивная мечта – олимпийское золото. Кроме бокса, увлекается футболом. Тренируется под руководством тренера Александра Джункиевского. Уважаемые зрители, начало финальных поединков в воскресенье в 11 часов. Взвешивание в 7 часов 30 минут 8:00. Уважаемые призеры соревнований, которые были вчера и сегодня, подойдите на второй этаж. Вам вручат ценные подарки. Приготовиться к выходу на ринг 13-й паре Роман Гаврилюк, Хмельницк, Томи Кравчик, Винница. А в этом бою единогласным решением судей победу одержал боксер синего угла Владислав Марчук, Киев. За третье место чемпионата Украины по боксу награждается Александр Белименко, Донецк. Када обслуживающая 13-й поединок. Рефери поединка Приходько. Боковые. Дзядевич, Власенко, Кабанов, Сидоренко, Николенко. Судьям занять свои рабочие места. И в ринг приглашается 13-я пара боксеров категории плюс 80 килограмм. Красный угол. Роман Гаврилюк, Хмельницк.
Синий угол Томми Кравчик. Винница. Приготовится Павел Миколайчук, Денис Герасимчук. В красном углу ринга отдыхает кандидат мастера спорта Роман Гаврилюк. Представляет город Хмельницкий. Тренируется в обществе «Украина» спортивный клуб «Авангард». Ему 16 лет, боксом занимается 4 года. Является чемпионом Украины 2015 года в городе Одесса, а также чемпионом турнира на призы Котельника в городе Львов. Мечта Романа стать мастером спорта международного класса. Тренируется под руководством заслуженного тренера Украины Анатолия Чумакова.
синем углу ринга отдыхает боксер первого спортивного разряда Томми Кравчик. Он представляет город Винницу. Тренируется в спортивном клубе «Золота рукавичка». Общество «Украина». Ему 16 лет, боксом занимается 5. Учет боев не ведет, является чемпионом Винницкой области. Спортивная мечта – золотая медаль Олимпийских игр. Кроме бокса увлекается теннисом. Тренируется под руководством Дмитрия Сачук и Лазарук. Напоминаю, воскресенье, начало соревнований, финальные поединки в 11 часов, взвешивание 7.30, 8.00. Автобусы будут поданы гостинице судей и участников. Боксеры на середину. А в этом бою раздельным решением судей победу одержал боксер красного угла, город Хмельницк, Роман Гаврилюк. За третье место на чемпионате Украины по боксу награждается Томми Кравчик, Винница. Судья в ринге Василинчук, боковые, Кашеев, Сахабуддинов, Мурадов, Мигуля, Соколов. В ринг приглашается заключительная пара сегодняшней программы соревнований. Красный угол, кандидат мастера спорта Павел Миколайчук, Запорожская область. Синий угол, кандидат мастера спорта Денис Герасимчук, Волынская область.
Напоминаю, воскресенье, начало соревнований в 11 часов. Взвешивание 7.30, 8.00. В красном углу ринга отдыхает кандидат в мастера спорта Павел Миколайчук. Он представляет Запорожскую область, город Энергодар. Тренируется в ДЮ США имени Манзули, общество Украина. Ему 15 лет, учет боев не ведет. Является чемпионом Украины 2014 года. Тренируется под руководством Алексея Мариенко.
А в этом бою техническим нокаутом во втором раунде победу одержал Павел Миколайчук, Запорожье. За третье место награждается... Воскресенье, начало соревнований в 11 часов, взвешивание 7.30, 8 часов. Всем спасибо, приводите своих друзей, приходите сами на финальные поединки. Проигравшие боксеры, подойдите в секретариат и заберите аибовские паспорта. Призеры соревнований, зайдите на второй этаж, боксерский зал, получите футболки. По низким ценам, да. Пока. По воскресеньям будет дороже. Все через час.